Всем привет! Предпоследние выходные февраля ожидаются переменчивыми, но подробнее о том, какая погода ожидается в ближайшие выходные, расскажу вам я, Валерия. В пятницу 17 февраля утром температура воздуха составит минус 12 градусов, вечером столбики термометров покажут минус 13. Значительная облачность, возможны осадки в виде слабого снега. В субботу 18 февраля утром температура воздуха составит минус 9 градусов, вечером будет минус 1. Пасмурно, возможен слабый снег. В воскресенье 19 февраля утром температура воздуха составит минус 1 градус, а вечером будет 0. Пасмурно, возможен слабый дождь. Смотришь в зеркало и мечтаешь там видеть другое, более стройное отражение? Блокнот поможет. Прямо сейчас отправляй заявку в обновленный 7-й сезон проекта «Сбросить лишнее». Подробности читайте в тексте. Всем хороших выходных, будьте в курсе новостей при любой погоде.